Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас будет такой видос по поводу, куда можно съебаться из рашки. Вот. Смотрите, существует несколько направлений. Сейчас, собственно говоря, на слайдах я вам покажу, куда можно, собственно говоря, съебаться. Смотрите, есть западное направление, сука, и восточное направление. Из западного направления вы можете съебаться сначала Болгарию, Грецию, самые дешевые страны, или Польша. Дальше у вас путь будет лежать через Францию, Германию, а также страны Скандинавии, потому что они более богатые. Дальше, значит, США идет, но это уже пиздец, самая богатая страна. Это все, да, западное направление. Восточное направление — Китай и страны Азии, то есть Вьетнам, но там живут бедно, поэтому можно даже не ехать туда. Южное направление я не беру, потому что там идут войны, и оно, как бы, так сказать, менее интересное, собственно говоря. Вот, вот такой был видос. Собственно говоря, ставьте лайки. Пишите комменты, я постараюсь ответить на ваши комментарии. Всем пока, с вами был топ-философ на Руси, так сказать. Аюрведерчи, как говорят эти, блядь. Все, всем пока.